Гости и подписчики моего канала. Хочу поделиться радостью. Пришла мне от одного хорошего человека вот такая посылочка. В этой посылочке находятся наушники для металлоискателя Гаррета АСЕ. Сейчас произведем вскрытие. Ну вот, пришли такие наушнички для меня и для моего комрада-товарища. Вот, заказали себе 23 февраля. Ну, посмотрим, произведем вскрытие. Что нас здесь ждет? Вот такую коробочку они упакованы. Наушники китайские. С большим штекером для металлоискателей Гаррет. Конечно, от провода я ожидал большего. Думал, провод будет сплошной, а здесь вот такой вот двойной провод. Придется, наверное, как-то его изолировать. Ну, хорошо, что с регулятором громкости можно будет отстраивать звук, чтобы сильно сигналы не били по ушам. Ну, в принципе, наушнички хорошие, но не сильно крепкие, но думаю, на сезон их хватит. Вот, товарищи, комрады, какие наушники делают китайцы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр.